На протяжении нескольких лет в Брестской епархии работает православное молодежное движение в защиту традиционных семейных ценностей «Настоящая жизнь». Оно активно взаимодействует с молодежью нашего города. В процессе их работы было выявлено, что молодежь, сталкиваясь с определенными жизненными сложностями, не всегда понимает, как с ними справиться. Часто ребята боятся или стесняются попросить помощи у взрослых. Проект «Понять и помочь» – это еще один шаг навстречу юному поколению, который возник от искреннего желания им помочь. Возникла идея помочь юношам и девушкам преодолеть их подростковый возраст без потерь. Мы подумали о том, что мы можем объединить усилия психологов и священнослужителей и создать проект духовной и психологической помощи подросткам и молодежи. В рамках проекта «Понять и помочь» представителями Брестской епархии был создан сайт и приложение, с помощью которого молодые люди смогут получить духовную и психологическую поддержку. Работа сайта осуществляется в формате «Вопрос-консультативный ответ». Написав сообщение уже в течение 36 часов, каждый подросток может получить развернутый ответ. В проекте отвечает как священник, священнослужитель, так отвечает и квалифицированный психолог, светский психолог. И в одно время приходят два ответа на почту молодого человека, который обратился к нам. Сегодня прошла встреча представителей Брестской епархии с начальником управления по образованию Брестского облсполкома Юрием Просмыцким. Для представителей церкви было важно донести суть и важность данного проекта. Неудивителен оказался и исход. Стороны благополучно пришли к общему мнению, что проект важен и совершенно точно нужен нашей системе образования. Было отмечено, что управление образования Брестской области будет способствовать распространению информации о проекте во всех учреждениях образования. Мы обсудили аспекты взаимодействия, аспекты продвижения, информационного сопровождения данного проекта и пришли к пониманию того, что это обоюдовыгодная деятельность, тем более, что она вписывается в рамки того соглашения, которое было подписано между Православной Церковью и Брестским областным исполнительным комитетом. Более того, оно уже направлено на расширение этих проектов, и мы думаем, что предстоящая новая редакция, которая готовится соглашение, будет уже включать и юридическое сопровождение, в том числе и этого, и иных проектов. Ну, кроме всего прочего, мы обсудили не только реализацию конкретного проекта, но и в целом вопросы взаимодействия Православной Церкви и системы образования Брестской области. Много общих интересов, направлений деятельности, актуальных, поэтому наше взаимодействие носит тесный характер, и я надеюсь, что направлено на интересы воспитания гражданина, человека, и сегодня я удовлетворен результатами нашего разговора, нашего взаимодействия. Проекту «Понять и помочь» быть, и решение это правильное. Ведь в некоторых случаях каждому из нас легче обратиться к духовному наставнику, чем в административные органы. Поделиться, попросить совета и получить нужный и быстрый ответ. Порой этого так не хватает в нашей жизни. Алена Миневич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.